Так, всем добрый день. У нас сегодня очередная распаковка. На этот раз еще один жесткий диск. Форм-фактор 2,5 дюйма для ноутбуков. То есть фирма Toshiba. Так, ну и жесткий диск на 1 терабайт. То есть поставляется вот такой обычной антистатической упаковке в пакете. Так, страна-производитель Филиппины. Основные характеристики — это сериал АТА второй модификации, 1 терабайт, то есть 9,5 миллиметров высотой. Так, ну и маркировка идет MQ01ABD100M. То есть скорость вращения 5400 RPM, ну и кэш 8 гигабайт. Ну это для сериала та второй модификации, то есть больше и не надо. То есть вот поставляется в такой вот упаковке с обратной стороны. Так, ну и давайте вскроем. Здесь есть специальная. Выемки для того, чтобы вскрыть без подручных средств. Так, ну и вот внутри находится данный диск. С обратной стороны, где плата системная, то есть подключение, питание и непосредственно интерфейсы. Так, ну стандартный 2,5-дюймовый диск, то есть производитель Toshiba. Так, сейчас мы его протестируем стандартными средствами, ну и смотрим тестирование и результаты. Так, вот мы протестировали диск D. Это у нас обычный HDD-диск фирмы Toshiba, который мы модернизировали данный ноутбук. Ну и вот показали следующие результаты по различным блокам записи и чтения. Диск EM уже не будем тестировать, там в принципе то же самое получится. Так, ну в данном случае, то есть получились вот такие результаты. Еще раз повторяю, диск E не будем тестировать. Значения получится, ну, приблизительно такие же. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно это видео. То есть удачных покупок. Ну и до следующих распаковок. До свидания.